Руни, я дома. Другое. Сангён, ты выйдешь за меня? Есть одна вещь, о которой я тебе не сказала. У меня аллергия на собак. Есть одно простое решение. Какое? Не женись на ней. Тебе не обязательно искать среди родных. Просто найди надежного человека. В семьях, где есть собака, у детей более сильный иммунитет. Я всегда мечтал завести ретривера. Стойте! Минутку. Что? Просто я слежу за чистотой. У того, к кому мы едем, раньше была собака. Дядя! Скоро мне придется уехать в Бостон. Ты единственный, кому я могу доверить свою собаку. Руни? В Сеуле нам не найти дом с большим садом, где собаки могли бы играть. А это еще кто? Как можно было бросить таких милашек? Мы должны убедить ее взять собак. Что бы ни случилось, иначе нам конец. Как срочно нужно найти дом для Руни? Я даже не знаю, правильно ли это. Улыбочку, сейчас вылетит птичка. Ты чего? Тебе тоже стоит попробовать. Это такой мохнатый антистресс.